Я знаю, що ви дуже скептично, м'яко кажучи, ставитесь до Давида Арахамії, і навіть за його прізвищем ви вигадали цілий дієслово на Арахамете. У мене просто така була гра слів запитати, що робити з такими заявами, чи посилати, чи не посилати, але з іншого боку, ну, можливо, у вас буде адекватна реакція на те, що пропонує Арахамія, розкрити цифру втрат українських солдатів. Він каже, що ці цифри значно менші, ніж 100 тисяч, бо так, якщо в народі говорити, багатьом здається, що це значно більше, ніж 100 тисяч. Арахамія каже, значно менше, ніж 100 тисяч. І він каже, що пропонував Зеленському розкрити ці втрати, які зараз складають держтаємницю. І наскільки мені відомо, насамперед, військове командування різко негативно проти того, щоб відкривати ці втрати, бо це буде деморалізація. Ставлячи це до вам запитання, я передбачаю, яка буде відповідь, чи ви як військова людина, напевно, що підтримуєте військових, але тим не менше я вас мушу запитати, тому що це тема сьогоднішнього дня така доволі активно обговорювана. Ну да, вы вопрос так мягко вернули, что та реакция, которая была раньше на Арахамию, была неадекватной. Нет, она адекватная. Арахамия человек, который появился в Украине ниоткуда. Непонятно, что это за личность. Реально непонятно. То есть он к Украине имеет отношение, как я к балету. Это адекватная реакция. Это я сейчас говорю именно вполне адекватно, понимая, о чем говорю. И его деятельность, а тем более на посту руководителя фракции, самой большой, так сложилось, самой большой фракции в Верховной Раде, ну, мягко скажем, вызывает очень много вопросов. На Арахамидже не просто так появилось это дееслово, да? То есть не просто так, особенно после Абрамовича, после того, как Арахамия с его помощью были сняты с него санкции, потому вот оттуда и пошло. На Арахамить снятие санкций с Абрамовича. А так как Абрамович, ну, непростой человек и не трехрублевый, да, чуть подороже стоит, потому не просто так слово на Арахамить. Ну и так далее и тому подобное. Особенно после 27 марта 2022 года, когда именно этот человек, практически никакого отношения к Украине не имеющий, стартово, изначально, не проживший здесь и десятка лет практически, сдавал Крым и Донбасс россиянам 27 марта 2022 года в Стамбуле. Он был руководителем этой комиссии, которая, или там группы, которая сдавала. Причем там был и Умеров, министр обороны, один, еще один товарищ, совсем украинец, и второй, такие два великих, три великих украинца, Арахамия, Умеров и Резников. То есть вот эти три великих украинца сдали, можно сказать, на тот момент сдали украинские земли, Крым и Донбасс. Вопрос, почему у меня негатив к этим людям, всем троим сразу? Мой Донбас. У нас є Подоляк, який там так само був, він зараз, в принципі, такий офіційний. Подоляк такой, ну Подоляк, он же рядом постоял, то есть, ну кто такой Подоляк? Подоляк это советник, да? Это его советов должны были все слушаться, а не он должен был выполнять приказ. То есть, а эти люди, которые конкретно занимались этим вопросом. Так вот, я донецкий, я макеевский. Так вот, этот человек мою Макеевку отдал россиянам. Уже не говоря о том, что тот же мой Крым, почему? Потому что я в Крыму провел, наверное, больше времени, чем на том же Донбассе, особенно отдыхая. То есть так вот нашими территориями люди, которые к Украине отношения имеют, ну надо еще посмотреть, какое, так вот разбрасываться территориями, какая, так это у меня еще адекватная реакция. Это я просто говорю, что вот потом, после того, как вся эта власть уйдет, после того, как зайдет новая власть, вот тогда будет реальная реакция на этих людей, которые сдали территорию как минимум по 111 статье по госизмене. А вот то, что сейчас, допустим, если дело не в Арахамии, а именно в самом вопросе, который вы задали, давайте мы к личностям не будем, вот к личностям после войны, после победы над Россией, это оптимальный вариант. Ну, я могу зрозуміти вас, то, что вы говорите, якби, от, то, что зачіпає, ну, тому что моє Поділля не...
перебуває, хоча воно постійно обстрілюється щодня, фактично на Хмельниччину летіли шахеди. Воно зазнає руйнування, але його там немає тієї війни, там немає цих переговорів. Але і напевно, що як би сказати, з одного боку я вас розумію, а з іншого боку, ніколи не зрозумію, допоки дай Бог, щоб такого не було, щоб на моєму Поділлі, де я народився, не було тієї історії, що щодо них. Тривають переговори, хоча це всіх територій, це всіх земля, по суті, Донбас і Крим той самий, і так само. Ну, ви ж у мене лично спросили, я так лічне своє видіння розказав, як воно мене, іменно мене коснулось. Тому к этим людям у мене, ко всім троїм, не просто негатив, а этот негатив отложений до победы над Россией, а потом ми будемо з ними розмовляти, що це було. Потому что первый враг, его сначала надо уничтожать, а потом ко всем остальным. То есть россияне, сначала надо победить Россию, а потом уже будем разбираться со всей этой шоблой, которая как-то оказалась у руля украинской власти. Как-то оказалась. Даже вопрос, как она оказалась, это тоже будет вопрос. Но это еще раз повторюсь потом. Ну а теперь именно чисто по вопросу. Тут надо с двух сторон подойти, даже с трех бы я так сказал. Есть несколько категорий потерь. Есть военные потери, то есть потери военнослужащих, либо людей, которые были заняты в военном противостоянии. Не только военнослужащие, у нас очень много добровольцев вообще, которые и жизни потеряли в том числе. Да, и если считать эти потери, то действительно, они до сотни тысяч, это точно. Есть определенные, даже не зная реальных цифр, можно примерно представлять, какие они есть, исходя из опыта, допустим, тех же проведений, там, 10 лет воюем, потому сам полковник знает, что это такое. То есть, да, действительно, потери среди военнослужащих у нас до сотни тысяч, то и причем далеко до сотни. То есть не исчисляются они, конечно, до сотни. Но, первое «но», это если считать потери безвозвратные, то есть люди, которые погибли, царство им всем небесное. А есть еще потери тяжелыми и легкими, с легкими потерями. То есть это потери наших военнослужащих, здоровье, которое не дает возможности выполнять боевые действия. А вот здесь уже я бы поспорил с Арахамией. То есть у нас, серьезные в этом смысле потери именно раненые. Да, живые, это слава Богу и слава нашим специалистам, медикам, которые вытащили ребята, и они живы, здоровы в этом смысле, но здоровы не полностью. То есть это проблема лет. Поверьте, после Афгана занимался этим вопросом, это проблема лет на 70-80 для нашей страны. Большое количество раненых. Сейчас они лечатся, они сейчас, может быть, за рубежом восстанавливают свое здоровье, получают там определенную помощь, протезы и так далее и тому подобное. Но для нас, это для нашей страны, это будет очень большая проблема. Еще лет 70-80 это минимум, ну так до сотни. Плюс даже те потери, которые у нас есть, мы каждую жизнь, конечно, оплакиваем, но у каждой этой жизни рядом есть родственники и семьи погибших, а это можно умножать в несколько раз. Вот у нас, если считать воздействие вот такое прямое, у нас потери, это я сейчас говорю только военнослужащих, у нас вот таких искалеченных судеб, ну, до полумиллиона минимум. А это еще проблема лет наста для нашей страны. Это сейчас я говорил о военных. А теперь потери гражданских. А потери гражданских у нас сотнями тысяч измеряется. Ну, больше 100 тысяч, это точно. Если считать вообще все потери, то есть больше сотни. Ну, у нас только в Мариуполе где-то несколько десятков тысяч потерь. Ну, возьмите, экстраполируйте на всю остальную территорию, вы выйдете на цифру больше 100 тысяч. Возьмите, объедините, и сколько это тогда потерь получается. Потому как относиться к таким цифрам, ну, однозначно негативно. То есть, во-первых, их на данный момент нельзя озвучивать. Я не знаю, кто, у кого мысль такая возникла. Дело в том, что это должны быть глубоко секретные, засекреченные данные. Этими данными противник может воспользоваться для планирования дальнейших боевых действий. И мы можем потерять еще больше людей, потому их нельзя ни в коем случае сейчас озвучивать.
их, о них можно так вскользь говорить или как-то намеками, полунамеками, которые и так понятны, которые исходят из общих цифр ведения, приведения боевых действий. Но конкретные потери называть нельзя ни в коем случае. Потому я не знаю, какая, для чего эта инициатива нужна. Для поддержания, может быть, чего-то, так, мобилизационных каких-то моментов, которые сейчас проталкиваются в общество. Кстати, теми же Арахамиями, Умеровыми. Опять же, та же, если сейчас бы где-то был здесь еще Резников болтался, опять бы эта Святая Троица проталкивала бы через парламент эти мобилизационные темы. Генератор Умеров мобилизационного закона, а толкатель главный Арахамий. Вот опять эта троица, которая в свое время сдавала, не сдала Украину, теперь пытается нагрузить украинское общество каким-то негативом, связанным, во-первых, с вооруженными силами Украины. Сейчас люди стали, вот есть реакция, я ее вижу, люди стали так очень с опаской относиться к людям, уже к военнослужащим в пикселе, в форме, на улице. Причем не просто с опаской, уже начинается такая негативная реакция, все ждут, то это ТЦКшники начнут там кого-то прессовать. Это плохой, это плохая... Это негативная тенденция, на самом деле. Очень большая. Это негативная сама по себе тенденция, но она с большими последствиями, особенно для вооруженных сил Украины и вообще для отношения общества к вооруженным силам. Это то, что сделали Умеров и Арахамия, всего лишь подняв вопрос и втолкнув его перед Новым годом, втолкнув его в общество. То есть задача, скорее всего, стояла политическая, именно вот эта задача, вбить в клин между обществом гражданским и вооруженными силами. Они этого добиваются, они этого не добьются. Мышь есть для этого, чтобы показать людям, что это совсем внешнее влияние, непонятно еще пока чье. Я же говорю, с этим еще будем разбираться. Чье это влияние через Арахамию на наше общество вообще этих действий, то есть через откуда оно генерируется, это влияние. Но тенденция очень плохая, потому все эти моменты, связанные вот с показанием цифр, вот чем меньше политики лезут к армии и вообще к армейским делам, тем лучше. Да, сейчас, сейчас это негатив. И это можно долго, мы можемо ще несколько часов розговарювати, я думаю, вже не стоїть, так уже понятно. Але в тому, що от ви кажете, що політика в військовій справі і навпаки, звісно, ще це так само погано, але ми просто зараз більше військового, ніж політичного. На зараз військове життя, воєнне життя. І коли політика в ньому з'являється, це дуже-дуже тривожні сигнальчики, і це погано закінчується.